Всем-всем большой привет! Какое-то время назад интернет-магазин с таким интересным названием предложил мне посотрудничать, выбрать украшения на свой вкус. Этот магазин продает ювелирные изделия из серебра 925 пробы и украшают их кристаллы от Сваровски. Зашла я в магазин, посмотрела, очень много мне чего понравилось, выбрала на свой вкус и очень хочу поделиться с вами, что же выбрала я и как все приехало упаковано. Сразу хочу сказать, что если вы хотите украшение подарить кому-то, то на подарок это идеальный вариант, вы сейчас в этом убедитесь. Эта коробочка была еще в целлофановом пакете почтовом, и давайте смотреть, как все было внутри. Два желтых пакетика, они внутри в пупырчатой пленочке, и еще здесь лежал вот такой вот подарочный, очень красиво сделан из твердого картона подарочный пакет с названием, с логотипом этих украшений. Также данные об изделиях. Что тут действительно чистое серебро. Так, я поближе покажу. Можно посмотреть. Я его так подальше уберу. И давайте начнем смотреть, как все упаковано и как это приехало. В большой коробочке. Вот у меня пупырочка видно там внутри. В большой коробочке лежала вот такая подарочная уже упаковка. Это плотный картон, прямо не гнется, очень качественный. Внутри все в бархате, причем нижняя часть в подушечка, бархатная подушечка. А верх просто сделан с бархатом. Все качественно, нигде ничего не торчит. Прямо коробочка на высоте. Действительно, здесь лежат ювелирные украшения. Поставим ее сюда, я, наверное, в нее и буду складывать все украшения, которые буду показывать, чтобы было интересно. Также прилагалась вот такая салфеточка, тут логотип на ней этой компании. Ну и второй пакетик, он уже, конечно же, самый интересный. В него входил вот такой солидный мешочек, тоже все тут защищено было пупырочкой. Показываю подробно, потому что меня это все восхитило. Ну и еще одна идет салфеточка, я ее так в сторонку. Давайте смотреть, что было в этом мешочке. Качество, конечно, на высоте, как упаковки, доставки. Я в восторге от этого осталась. Украшения я пока уберу в сторонку и начну вам показывать с колечка. Колечки и все остальные будут украшения в пакетиках. Я брала 7 размер. Мне это самый, ну, мне подходит этот размер. Он на русском кажется 17. Именно в этой модели колечко можно было выбирать любой камень на выбор. Кристалл Сваровски. Я выбрала голубой. Очень хотелось именно голубой, потому что на лето у меня много одежды в голубых тонах. Вот так вот он смотрится. Так. Очень красиво. Сзади. Серьги к этому колечку я выбрала тоже в голубой расцветке. Мне понравилось, как упакованы серьги. Каждая серьга в отдельном пакетике. Вот видите. Вот. И давайте покажу, как выглядят они. Вот такая застежечка. Крепление само. Работают они с 2010 года. У них работают ведущие проектировщики из Северной Америки, Европы и Азии. И вот такая красотень. Сейчас я зажму, чтобы красиво. Хочу комплектом именно показать, как оно смотрится вместе. Посмотрите. На солнце это все так играет. Кристаллы блестят.
и смотрится набором. То есть это не набор, это просто я подобрала, чтобы было все голубое, и носить как набор. Я люблю удлиненные серьги, поэтому выбор пал именно на такие варианты. Ну, согласитесь, очень красиво. Смотреть можно долго. У них идет бесплатная доставка. Так, первые серьги я положу. Гарантия 365 дней на украшение. Возможен возврат, возможен обмен. То есть мне это все очень понравилось. Так, колечко я это тоже сейчас сниму. И покажу следующее. Так, это мы кладем сюда. И следующее колечко. Оно мне понравилось тем, что в отличие от первого, у первого один камушек и можно было выбрать, то тут камушков несколько, и можно было каждый выбрать на свой вкус. То есть палитра кристаллов была разной гаммы оттеночной, можно было выбрать хоть разноцветные, хоть одинаковые. Три варианта, то есть верхний камушек одного цвета, нижний, и вот эти мелкие кристаллы тоже можно было выбрать в своем цвете. Я все взяла розово-сиреневой гамме, мне именно такое хотелось. Давайте покажу, как смотрится на пальчике. Единственное, что я пальчик чуть-чуть натерла первым колечком. Вот так вот он смотрится, очень красиво. Вот так. Серьги, которые я взяла уже к этому колечку, они как для меня прям как снежинки. Вот так вот красиво смотрится. Тут тоже все-все в кристаллах, только они уже светлые. Сейчас я вам обе покажу. Тоже зажму их между пальчиками, чтобы вместе с колечком было видно. Наборами, конечно, красивее смотрится. На сайте можно было именно наборы брать. Но я решила все по отдельности. Вот так там смотрится. Я бы так и смотрела. Реально, это очень красиво, очень приятно. Давайте тоже все это положим. И покажу еще одни сережки. Это уже будут гвоздики. Даже маленькие гвоздики пришли тоже в разных пакетиках. Каждая сережечка была отдельно. Я их сейчас зажму между пальчиками, чтобы было удобно показывать. И вот так они смотрятся. Эти сережечки, гвоздики, которые могут подойти даже маленьким деткам, девочкам. Милые-милые такие сердечки. Вот так красиво они смотрятся. Колечко очень к сирене подходит, правда? Очень красиво. Я осталась прямо в восторге, конечно. И не потому, что это мне на обзор прислали, а потому, что вещи действительно красивые. Мне понравились на сайте кольца с коронами, в форме, в виде короны. Но их не было в тот момент в наличии, и поэтому я их не заказала. Напишите, какое украшение понравилось больше вам. Сейчас идет на сайте акция 10% скидки тем, кто будет делать заказ до 8 сентября. Купон, сам код на скидку я обязательно оставлю под этим роликом на все мои украшения и на сам сайт. Ссылки я тоже оставлю под роликом. Проходите, смотрите, пользуйтесь купоном, потому что 10% скидки это хорошая цена. Как я ранее сказала, доставка бесплатная, поэтому будет приятно получить еще и скидку.
Осталась я очень довольна этим магазином, их обслуживанием и теми вещами, которые они продают. Ну, действительно, украшения достойные, смотрятся очень красиво. И, согласитесь, упаковка, ну, на высоте. Надеюсь, я была полезна. Надеюсь, пригодится купон на скидку. Напомню, что до 8 сентября он работает, и можно им пользоваться. Всем огромное спасибо, всем спасибо за внимание, просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!